Всем привет! Меня зовут Денис Стельмах, и сейчас мы находимся в Поморской филармонии города Архангельска, где у меня как раз проходил концерт 23 декабря прошлого года. И как некоторые мои слушатели знают, я его целиком и полностью записывал вот на эту самую камеру, чтобы любой желающий мог к этому самому концерту прикоснуться. Тем самым люди из регионов или там из маленьких городов, в которых я, к сожалению, пока что не выступаю, могли также его послушать. Но по закону подлости, к сожалению, моя камера вырубилась после второй композиции. Мне от этого было так досадно, что я пообещал себе снова сюда вернуться и перезаписать полностью этот концерт. Благо, мне это позволило сделать площадки. Вот сейчас 12 часов ночи, я сижу в Поморской филармонии, в зале, правда, уже никого, кроме разве что моей девушки на первом ряду. И поэтому хотелось бы для вас исполнить этот самый концерт, который я давал на протяжении, получается, 20 городов моего осеннего тура, который был посвящен моему новому альбому «Mayday». Приятного вам прослушивания и надеюсь, что вам понравится. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Мистер Грибок. Мой единственный фанат, ребят. К сожалению, больше никто не пришел. Вот, такая вот фан-встреча получилась.